5 ноября в Молдове объявлены днем национального траура. В этот день в последний путь проведут художницу Валентину Русу Чобану. В пятницу по всей стране приспустят государственные флаги. В полдень состоится минута молчания. Соответствующий указ подписала президент Майя Санду. Валентина Русу Чобану скончалась 1 ноября на 102 году жизни. На прошлой неделе в Национальном музее истории Молдовы открылась выставка под названием «1963 год. Переломный год в карьере художницы». Родилась Валентина Русу Чобану в 1920 году в Кишиневе. В 1938-40 годах училась в школе искусств, после чего продолжила учебу в Академии живописи в Яссах и Кишиневском художественном училище имени Репина. Удостоена звания народного художника МСССР и Ордена Республики. В 2020-м получила орден за заслуги в искусстве из рук президента Румынии Клауса Йоханнеса.